Международный фестиваль искусств имени Чайковского признали рекордсменом по числу гостей. На нем побывали более 28 тысяч человек. Помимо вечерней концертной программы, в этом году в рамках фестиваля открыли фан-зону конкурса Чайковского. Ее посетили 1600 ребят из Подмосковья, Владимирской и Ульяновской областей. Министр культуры Нармин Шаралиева была почетной гостьей фестиваля и присутствовала на всех выступлениях. Не может быть лучшего подарка от аудитории, чем эти радостные цифры. За 5 лет мы сформировали нашего зрителя, люди уже поставили подмосковные фестивали в свой личный календарь. Теперь самое главное – не сбавлять темп. Напомним, фестиваль искусств проходил в Клину с 21 по 30 июня. Открывала его внучка Чарли Чаплина – Кира Чаплин. В программе приняли участие знаменитые музыканты Юрий Башмет, Денис Мацуев, Филипп Квинт и другие. Евгений Миронов и Юрий Башмет в спектакле «Концерт Ван Гога. Письма к брату» представили авторское прочтение писем великого художника. В рамках специального показа прошли одноактные балеты Сергея Полунина «Сакре» и «Парадокс».